пожалуйста, Павлович, кто осуществляет покос в 21 микрорайоне? Должно быть содружество, скорее всего, должно, потому что... Ну, естественно, собственник многоквартирных домов, управляющей компании. Вы имеете в виду вот кусок трубы, вернее, кусок участка, который едет по старшей шоссе? И тот участок, который продается, и вот сейчас была первая пока заканчивается, но там он и начинался, в принципе. Там, ну, я так говорю. Я сейчас посмотрю, потому что все зависит от земельных территорий, чьи участки. Ну, знаете, земельные территории по отмостке были разделены на новых домах при публичных слушаниях, они жевали, когда вопрос выносился. Как бы вот именно на муниципальной территории, то есть мы ездили с жильцами, разговаривали. Я понял ваш вопрос, посмотрю, на следующей планерке доложу. Достаточно, я понимаю, что у меня долгие вопросы, его уже имя Чумышкин озвучил некоторое время назад. А мы были в 21 микрорайоне, житель тоже озвучил по поводу коробки, которую губернатор Иван Васильевич Прасов передавал жителям 21 микрорайона в хоккейной коробке. Есть видео, есть все это. Жильцы спрашивают, когда нам установят, а где она вообще, что с ней, судьба. Да, сказать, на самом деле коробка была на 21 микрорайон, но в течение года решался вопрос по установке на определенной площади. Была определена площадь около Магнита большого. Были переговоры с, скажем, с руководителями Магнита. Вот, они не подтвердили свое участие и желание установить эту площадку именно на территории Магнита, где есть асфальтовое покрытие. На земле ее устанавливать не стали. В настоящий момент эта коробка установлена в Дзержинске. Вот, а в 21 микрорайоне, я думаю, что мы будем решать в ближайшем будущем по установке этой коробки. Давайте определимся тогда с местом, коль собственник не идет на контакт, и рассмотрим возможность установки каких-то уже там, где это будет, не зависит от участников, которые желают или не желают установки.